Можно ли здороваться, если навстречу вышел знакомый сосед, родственник или знакомый семьи, мужчина? Как поступать женщине в таком случае, если он старше нас? نعم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالقرار في بيوتهن. То есть Аллах سبحانه وتعالى обязал женщин тем, что она должна сидеть дома. ونهى عن التبرج. И запретил ей оголяться. والخروج الكثير من البيت. Также часто без нужды выходить из дома. والتحدث مع الرجال. Также разговаривать с мужчинами. وأنها إذا اضطرت للكلام مع الرجال تتكلم بالمقدار الذي تحتاج إليه فقط ولا تزيد. Если она вынуждена разговаривать с мужчинами, она должна разговаривать ровно столько, сколько в этом есть нужды и не добавляет к этому. وتتكلم بأدب دون أن تلين في الكلام. Также она должна разговаривать, как бы сдерживая себя, то есть ровным голосом, без того, чтобы делать голос свой мягкий, заигрывая. فإن تكلمت بهذا الحد فهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. Если она будет как бы разговаривать, то есть в этих границах, то это то, что нам приказало. ولا تتعدى. И не должна переходить эти границы. وذكرنا أن الشيطان يريد من المرأة إذا خرجت أن تصنع أشياء تخالف بها ما أمر الله سبحانه وتعالى. Поэтому, как мы с вами до этого говорили, что когда женщина выходит из дома, шайтан начинает ей делать наущение, чтобы она противоречила шариату Аллаха. ثم أن الرجل لا يتجرأ على التعدي على المرأة إلا إذا هي أبدت شيء من اللين في الكلام أو من كشف شيء من حجابها أو من عورتها أو ما إلى ذلك. Потому что как бы мужчина не начинает обращать внимание на женщину, кроме как если она не начинает смягчать свой голос перед ним или что-то оголит из своего аурата. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. И прошу Аллах, чтобы Он сохранил нас всех.